Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке «Психиатрическая больница 4». Это хоррор-игра, так что ставьте лайки, пишите комментарии, будет круто. Ну что ж, давайте начинаем расследование. Итак, делаем первый взгляд. Да, конечно, продолжить. О, внимание, вы играете в демо-версию игры Mental Hospital 4. Понятно. А я просыпаюсь. Бог ты мой, где это я? Какая-то девочка. Боже мой, надо встать, она поет. О боже, она прекрасно поет. Что с моей головой, как будто меня ударили. Так, блокнот добавлены. Ой-ой-ой, чё? Нет. Тихо. О, ты кто такая? Слушай, начало прикольно, лишь бы рекламки не всплывали через каждые 2 секунды. Так, ну давайте пойдем. По-моему, будет крутая игра, ребят. Наподобие Грэнни. Кому нравится Грэнни и монахини, я думаю, вам понравится игра. Так. Лампа. Какая-то картинка. Что это такое? Я взял картинку. А, вот. Заметки расследования на настройки меню. Главное, так, покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу. Странное какое-то. Покажите мне психически здорового, не больного, а здорового человека. Я вам его вылечу. В каком смысле? Он же здоровый. В чем подвох? То есть больного невозможно вылечить? Ой. Ну куда-то вышли. Да ты серьезно? Вау, фотографии. Слушай, прикольно. Сделано реально добротно. Маленькая девочка какая-то. Какой-то замок. Что у нас здесь такое? Замок. И тут замок. О, давайте найдем 10 отличий, ребят. Слева и справа. Мне кажется, справа более темная, а слева более светлая. Можно на паузе посмотреть отличия. Интересно. А назад я смогу зайти? Дверь закрылась, я не могу назад попасть. Вот прикол. Так, ну ладно. Идем дальше. Слушай, ну так, немножко... криповенько. Что такое? Попадали картины. Обои отклеились. Боже мой, да тут ремонт нужен. Тут много манекенов. Очень много манекенов. Привет, дядя. Ну, это, кажется, манекен дядя. Это явно не тетя. Хотя, возможно, тетя. Ладно, это шутка. Идем дальше. Так. Уф, да ты серьезно, что ли? Я не могу назад идти, ребят. Мы сжигаем мосты за собой. Чего? Разбилось окно. Но оно целое. Как это так? Я явно видел, что разбилось стекло. И все это слышали. Но стекло целое. Тут явно какая-то чертовщина творится. Хорошо. Точнее, плохо. Идем дальше. И ты за... Вот я уверен, ты тоже закроешь. Ну вот давайте посмотрим. Закроешься. Закроешься по-любому, ну. Ну, я так и знал. Это уже предсказуемо. Чего? Что там такое? Да ну нафиг, манекен сидит. Что такое? Голова! За головой следите, смотрите. Над землей. Самолет разбился? Блин, прикольно, по-русскому. По-русски. Разговаривают. Офигеть. Круто. Наверное, это русские разработчики. Так, что мне тут нужно сделать? Что я могу делать? Я могу присесть. Мы можем бежать. Нифига себе, он бегает. Довольно-таки смешно бегает. Косолапы, что ли? Вау. А что такое? Мы можем прыгать. Тут очень много картин. Ой. О, закрылась за нами дверь. Назад мы уже не попадем. Хорошо, но тут более как-то спокойно, ребят. Тут намного приятнее ходить. И опять эта девочка. Везде вот эта девочка фигурирует. И какие-то замки. Вот это уже другой новый замок. Там еще какие-то 2 картины. Но это те же самые замки, да? Замки и девочка. Может ли это что-то значит? Город.
Город. Так, ладно, возможно, картины ничего не значат. Постараемся не обращать внимания на них. Какой-то журнал. Журнал, ваза. Довольно-то стильно выглядит. Ну, вы видели, как все начиналось, да? В каком мы были помещении. Сейчас мы попали в роскошное помещение. Как-то немножко странно, да? Переход такой. Значит, тут по-любому какая-то чертовщина творится. Ой, ты в другую сторону не могла открыться. Боже мой, тут так все красиво, уютно выглядело, а вот ванна просто ужасная у них. А, боже мой, как же тут засрано. Я могу запрыгнуть в нее? О, я могу запрыгнуть, да. Легко. Я не знаю, тут надо что-то делать. Может, тут какой-то секретик? О, боже мой, ужасно, просто ужасно. Закроем эту дверь. Довольно-таки смешно он бегает. А это что такое? Тут темно. И дверь закрыта. Полная темень просто. Уходим. Можем прыгнуться. Он как ползет, да, как будто бы. Я ничего не вижу. Тут что-то открывается. А где мой фонарик? Нет фонаря? А, вот. Открылась дверь. Ну, ребят, это демо-версия, так что учитывайте, что вот это, возможно, все поправит. Вот эти темные места. Возможно, они будут. Такие темные! Да ну нафиг, тараканы! Пауки! Пауки, ребята! И это клещи какие-то, нифига себе! Боже мой, кто боится пауков? Офигеть, сколько их тут? Раз, два, три, четыре паука, пять. Вот он, пятый ползет. О, нет, он может укусить меня? Может быть, я погибну? Вон он. Вон он побежал, побежал, побежал. Пополз. Офигеть. Блин. Тут уже же реально жутко становится. О, опять то же самое. Это повторяется, ребят. Это все повторяется, кажется. Ну, немножечко все по новой. Какой-то человечек. Без руки. Что такое? Он просто исчез. Интересно. О, нет. Дверь открывается. Это же самая ванная, только тут немножко по-другому. Камера. Камера. Мы взяли камеру. Да ты серьезно, что ли? Кто-то смотрит на меня. Вы это видите? Он исчез. Я, наверное, с помощью камеры должен что-то заметить. Сердце. Офигеть. Я так понимаю, с помощью камеры можем увидеть в темноте, да? Можем мы ловить какого-то призрака, возможно. Так, окей, заходим. О, боже мой, смотрите, тут все изменилось. Тут теперь не чистые стены. Они как будто бы изрисованы чернилом. Просто все в чернили. Ладно. Можем включить камеру. Но она не бесконечная. Заряд заканчивается. Батарея кончается. 20 секунд, да, мы записываем? Мне надо что-то записать. Записать информацию. Так. Я могу это открыть, нет? Шкафчики. Кажется, нет. Но тут есть дверь. Дверь закрыта. Ладно. По крайней мере, мы теперь видим в темноте. О, сталкер. Мы видим сталкера. Там темно, там... Там просто темень. Ладно, идем сюда. Открываем. Периодически включаем. Картины, смотрите, как висят. Они уже не прямо висят, да, наклоненные. То есть мы, по сути, ходим по тому же самому месту, да, кругами. Но тут постоянно что-то меняется. Сейчас граммофон стоит. Видите, тут уже вообще никого нету. Прикольный ход, мне нравится это. Раз эта дверь открывалась. Ну-ка, сейчас. Что сейчас изменилось? Ребенок? Плачет ребенок, слышите это? Ладно, идем дальше. О, бог ты мой! Там кто-то спереди стоит. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Прикол. А у меня зарядка заканчивается, ребят. Быстро.
Я так понимаю, в конце эта дверь все-таки должна открыться. Она постоянно закрыта. Или мы должны ключ найти? Что такое? Так, нам вот сюда. Тут такая темень, вообще ничего не видно. Опять замок. Тут без камеры уже невозможно, потому что слишком темно. Да ну нафиг, серьезно? Дверь закрыта на этот раз. То есть идем назад. Нужна розетка, нужно зарядить. Нужно камеру зарядить. А, может быть, мы что-то должны взять? Возможно, мы должны все-таки что-то здесь сделать. Закрылась дверь. То есть нас как бы ведут назад. Нам нужно назад сейчас попробовать. Блин. Что-то все криповее и криповее становится. Ох ты ж, блин. Ты кто такая? Подожди, и что такое? Она типа убила меня? А, 12 часов назад. А как это было, да? Звонит телефон. Звонит телефон. Черт, кому не спится в такое время? Нужно было перед сном выключить этот чертов телевизор. Да иду я, иду, будь оно неладно. Гребаный, кто там звонит в такое позднее время? Ответить на телефонный звонок нужно, хорошо. А, вот. А, я смотрел, короче, какой-то летсплей. То есть я по телеку вот тут лежал и смотрел летсплей. Молодец. Возможно, он смотрел, как я прохожу. Нет, но я ж только сейчас это прохожу. Возможно, какого-то другого летсплейчика смотрел. Прикольно, прикольно. Так, ладно. А тут мой компьютер. Мое рабочее место, видимо. Камера. Нифига себе, камера профессиональная. Да где звонят-то? Наверное, с другой стороны, да, надо обойти. Довольно уютно так. Мне нравится, как он живет. Кучеряво. И тут тоже. Тут тоже такой же телевизор. На кухне? Ну, на... А, вот, на кухне. Это сотовый телефон. Это уже современность. Ладно. Марк, да, я слушаю вас. А, неизвестный. Доброй ночи. Я заранее прошу прощения за столь поздний звонок. Но это очень важно. Блин, чё же хрен звонит? Простите, вы кто такой? Что вы звоните в столь позднее время? Я вообще-то спал. Это сейчас не важно, если вам интересно, что случилось в больнице Святого Петра. В общем, слушайте меня внимательно. Проверьте свою почту, я буду ждать вас. Прямо сейчас. Идите, проверяйте. Ту-ту-ту. Так, ну ладно. Проверяем почту. Что там у нас такое? А, вот, Марк, добрый день. Я долго не мог решиться написать вам, но так дальше продолжаться не может. Вы один из немногих, кто проверяет больше интереса к инциденту в этой больнице Святого Петра. И некой там девочке Элис, из-за нее все и случилось. Я решил вам все это рассказать. Писать об этом в письме слишком опасно, поэтому могу предложить вам встретиться сегодня в полночь в детском приюте. Почему в полночь? Почему не утром? Так, Святой Марии, там и берет свое начало. Это страшная история. Не опаздывайте, у нас мало времени. Так, окей, понятно. Что-то тут серьезное творится. Взять камеру. Окей. Взяли. И нужно покинуть квартиру. Слушай, ну прикольно так по сюжету, да, получается? Ну, в туалет-то надо сходить перед этим. Ну, типа сходил, ладно. Выходим. Выходим, ребят. А, вот, эта демо-версия заканчивается. Хотите ли вы приобрести полную версию игры в Google Play? Ну, допустим, нет. Но я приобрету обязательно, если вам понравится. Так, ну и на этом демка заканчивается. Я думал, это полная версия. Да, точно, это же демка, нам уже говорили. Но я думал, будет немножко подольше. В принципе, слушай, неплохой такой сюжет, неплохая игра. Довольно крипово. И я думаю, мы продолжим играть. Если ты тоже так считаешь,
Если хочешь, чтобы мы побыстрее поиграли в полную версию, ставь лайк, пиши комментарий. Если будет хорошая активность под видео, то мы с вами пройдем полностью эту игру, я думаю. Я приобрету полную версию и поиграем в удовольствие, ребят. Всем до скорого, пока-пока.